Я Замогильный Николай Петрович, 25 февраля 1975 года рождения. Уроженец города Донецка, семья, жена и сын. С 14 года проживаю в городе Днепре. С 2015 года военнослужащий воинской части 08-807, танковый батальон 1-я танковая рота. 25 марта 2022 года выдвинулись в район деревни Кудряшовка, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ в районе города Рубежного. Там работал по заводу «Заря» и гаражному кооперативу. С 30 мая 2022 года вел активные боевые действия в городе Северодонецке. Первая цель был драмтеатр. Нужно было с тыльной стороны здания разобрать проход для пехоты. В том, что там вооруженные силы, это, уверенности не было. Но в драмтеатре были мирные жители, которые забаррикадировались в нем. Следующая цель – пятиэтажное здание, дальше по улице, где было сказано, что находится опорный пункт войск ВСУ. Полной уверенности в том, что там войска ВСУ не было, но могли находиться мирное население. Отработав 11 снарядов по этому дому, откатился назад.